При просмотре лекции можно остановить любой нужный вам кадр при помощи левой клавиши мыши, щелкая ей по экрану. Для того, чтобы найти нужный кадр, используйте внизу полосу прокрутки.
Подземный рудник состоит из нескольких горизонтов, которые связаны между собой спиральными съездами. Для проходки горных выработок применяется буровзрывной способ. Бурение забоя осуществляется с помощью самоходной буровой установки. По маркшейверскому направлению в забое бурятся шпуры для закладки взрывчатого вещества. Проходка горных выработок непрерывно сопровождается маркшейверскими работами. На основе съемок выработок строятся различные планы и 3D-модели, используемые для решения широкого круга горно-геометрических задач. После бурения шпуров осуществляется зарядка забоя для последующего взрыва. По заранее составленному проекту маркшейдером выполняется разметка установки бурового оборудования для бурения очистных скважин, так называемых вееров. Для этого в тахеометр, специальный угломерный геодезический прибор, вводятся необходимые данные. Затем производится разметка для буровой машины. По ней устанавливается буровая машина и по проекту бурятся веера. После производства взрывных работ и отгрузки горной массы выполняется сканирование очистного пространства с использованием шахтного лазерного 3D-сканера. Перед началом работы на сканер устанавливаются отражательные призмы, по которым тахеометром определяется его пространственное положение. Производим сканирование горной выработки с помощью лазерного сканера. Лазерное сканирование является одним из самых производительных и безопасных методов производства маркшейдерских съемок. Принцип работы сканера основан на импульсном измерении расстояний с высокой частотой – до нескольких тысяч измерений в секунду. В итоге мы получаем так называемое «облако точек» с известными координатами. В одном облаке может содержаться до нескольких миллионов точек в зависимости от объемов и размеров снимаемых участков. В результате обработки данных строится 3D-модель отсканированного участка, позволяющая определить такие важные параметры, как объем отбитой горной массы и качество полученной руды. В отличие от тахеометрической съемки, лазерное сканирование позволяет получить объективную картину, почти не зависящую от человеческого фактора.